Якутск прибыли эксперты Всемирного банка. Визит проходит с целью реализации программы поддержки местных инициатив в муниципалитетах республики. Состоялись рабочие встречи с кандидатами в консультанты по ведению проектов, а сегодня организовали информационный семинар-тренинг для глав муниципальных образований и заинтересованных специалистов, которые провели эксперты Всемирного банка. Напомню, что в прошлом году республика была выбрана в качестве пилотного региона для реализации программы инициативного бюджетирования. Всего на проекты предусмотрели 25 миллионов рублей. Определили 5 пилотных районов – это Хангаласский, Усть-Алданский, Верхневилюйский, Чурапчинский и городской округ Жатай. Мы встречаемся с представителями глав районов и поселений 5 участвующих муниципалитетов, рассказать им про программы и, в общем-то, нагрузить их такой практической информацией для того, чтобы они уже научились, как готовить заявку, как работать с населением.